Всем доброе утро! Сегодня очень прекрасная погода, солнечно, светло, хорошо, тепло. Несмотря на то, что сейчас конец ноября, в России уже вовсю снег, здесь еще пока нет. Сейчас поедем по делам. Вот сегодня я хочу снять видео просто окружающую меня обстановку, окружающую меня среду. Я живу в Турции, в городе Фетие. Очень красивое место. Я бы не сказала, что это большой город, это таун, больше, так сказать. Вот, но жизнь здесь размеренная, спокойная, как я люблю. Муж мой еще спит, никак не могу его разбудить. Позавтракал и спит. Пойду будить. Так выглядит вид с моего балкона. Здесь Средиземное море. Очень красиво. Наш подъездик. Я завтра утром еду. Куда? А? Куда? Утром встали, знаешь, рано. Катались, потом приехали, завтракали. Давай. Хочешь? А где будем кататься? Я иду заниматься спортом во двор. Я вам покажу сейчас наш двор. Там поставили тренажеры. Я пошла. Third, fourth, fifth.
мы смотрим матч Фенербахче. Да. Я сказала, либо ничья, либо Фенербахче выиграет. Если честно говоря. А кто играет в Фенербахче против? Рязанспор. Рязанспор. Кто сегодня выиграет? Конечно, Фенербахче. Потому что Фенербахче лучше, чем Чайку Рязанспор. Поэтому я так думаю. Но честно говоря, я жду сначала результат ничья, потом Фенербахче выиграет. Да. Спасибо. Пожалуйста. Желаю тоже вам. Посмотрим игру. Давай. Желаю вам приятного просмотра. Спасибо. Давай. Отлично. Какой счет? 3-1. Ты рад? Конечно. О чем ты говоришь-то? Что ты можешь сказать по поводу забитых голов? Отличные все голы. Супер просто. Потому что у нас есть очень интересный, хороший, талантливый футболист. У нас есть как Муса Асов. Мы очень сильно любим его. Да? Да? Он просто играет от души. Да? Чок взяли. Чок взяли идет матч. Муса Асов 3 tane gol attı ve inanılmaz goller hepsi. Biz Fenerbahçe taraftarları olarak Musa Asuf'u çok seviyoruz. Şu an. Tamam, teşekkürler. Ну что вы скажете про матч? Ха-ха, конечно, как обычно выиграли, блин. 5-1. Это очень хороший результат. Поздравляю. Спасибо. Просто мы разгромили их. Все.